Добрый день. Сегодня идем в гости к нашему известному херсонскому доктору Антону Катынину. Катынину. Здравствуйте, давно не видели. Да. Очень приятно. Поздравляем с новосельем. Приехали 2 недели назад и пытаемся тут начать что-то делать активненько. Ух ты, сразу вопрос, что-то новое вижу. Да, где? Это по старину сделана такая старая Италия, какая-то такая Рим, видимо. Угу. Это вот у нас такая идея с партнером возникла, как бы задвинуть вот такую вазу. То есть в виде амфоры такой, да? Да, амфоры классические совершенно формы, как бы. Такой приятный свет, на основе вазы пытаемся разработать как бы линейку фонтанов. Ну, эскизы там посмотрим потом попозже. Mm-hmm. А как бы в целом, ну вот, звука такая. Это все сделано как бы в искусственном камне. Ковка. Возможно использование как и в интерьерах, так и для экстерьеров. Да, то да, есть да, это экстерьер, да, на улице без проблем будет стоять. Да. Вот, немножко забегу наперед. Разрешите присесть. Да, устраивайтесь. Антон, представитель династии Катыниных, известнейший в Херсоне отец, великий художник. Баталист, да. Да. Антон, ну, может быть, расскажете немножко о своей учебе, там, начале карьеры, вот, для тех, кто с вами еще не знаком. Учился в Одессе, в Грековском училище. Преподаватели Полобродский, Алибьев, Кучинская. Это старая школа, в общем-то, очень интересные люди. Очень интересные люди рисовали, это просто поразительно, как Кучинская великолепная живописец уже покойная, Олег Бьяв тоже, Полобродский преподает в училище, годы идут, в общем, школа остается, очень им признателен, как бы первый свой заказ, который я получил в Херсоне, это парк Слав, там, где вечный огонь. То есть вот вся бронза, которая там висит, ну, как бы доски, которые рассказывают об истории города, посвящены войне, кроме скульптуры на столбе, на колонне, и солдат и матрос справа на стене. Вот все остальное это как бы мы делали в творческой группе. Руководил всем Громыхин Вячеслав Михайлович. Ну, тоже интересно, про 4 года жизни потрачено на это дело. Вот. Это какой год приблизительно? Это начали делать заказ этот в 87 году, в 1987 году, а закончили в 91. Mm-hmm. То есть там были проблемы с отливкой, с доводкой, ну как бы вот закончили в 91. 4 года жизни. Mm-hmm. На вот такой заказ. Ну это, скажем, к началу карьеры, а основная часть, я так понимаю, путешествовали, то есть отсутствовали в Херсоне, да, если да, можно да. пару слов. Да, много работал в Одессе, много работал в России, как бы очень интересные заказы были, вот была серия рыцарей делали в Нижневартовске, в Сибири, очень интересный заказ, такой необычный. Совершенно. Если можно, добавим видеоряд. Да, да, конечно, да, да, да. Да, то да. Есть, если, к сожалению. Это интересно, как бы. Вот новоселье в творческой мастерской у вас только 2 недели. 2 недели, да. Ну, как бы показать особо нечего, да. Ну понятно, пока еще. Да, это в Жуковской мастерской интересно. Там, да, там как бы и живопись, есть и графика, то есть было бы. Ну, как раз будет интересно, может быть, еще как-то к вам заглянем в гости, уже когда будет что-то еще представлено. А какие все-таки вот творческие планы есть на сегодняшний момент? Чем занимаетесь, чем планируете заниматься? Ну, посмотрите, как бы на основе вот этих, как бы всех дел, вот фонтаны. То есть сейчас больше интересует... Да, эскизы, да, вот интерес как-то такой пошел... Садово-парковая архитектура. Да, парковая вот архитектура, такая привязка, потому что в городе посмотреть и сказать, что у нас есть красивые фонтаны, как бы, ну их просто нет. Mm-hmm. Вот они вроде бы и есть фонтаны, там вода течет, а в основе фонтанов как бы и нет. В основе фонтанов и нет. И хотелось бы как-то сделать это все более такое изящное, красивое. Желательно, конечно, классические какие-то формы.
потому что классику никто не отменял, и, соответственно, все это должно работать на горожан, на людей, то есть прививать вот эту вот любовь к искусству. Ну вот как-то так. Понятно. Как-то так. А, что же привело в родной Херсон? Я по семейные обстоятельства болел отец сильно, и как бы я вернулся. И так и остался. Там несколько заказов появилось интересных. Как бы и дачница, и памятник чернобыльцам. То есть это все... Из недавних работ. Это недавних совсем работ, да. Они как бы там и в интернете выложены. Если кому-то интересно, можно посмотреть. Ну, мы ссылки добавим на эти работы. А вот, может быть, есть какие-то работы, о которых вот особенно ярко запомнились, или которые особенно интересно было реализовывать? Ну вот я вам скажу честно, из реализованных фонтанов, фонтан, который я делал в Карачаево-Черкесии, он очень интересен сам по себе, там очень необычно интересный заказчик был. И сам фонтан по себе такой, он нестандартный совершенно. Это тоже там приложите видеоряд, посмотрите, он очень необычный. Сам в основе просто необычный. И вот действительно запомнился, вот все рыцари очень запомнилось. Потому что тоже необычный заказ, как там вот так ребята захотели. Они строили гостиницу большую, у них четвертый этаж полностью в этих рыцарях. Ну вот, скажите, может быть, ваше мнение, последний вопрос, о том, как вот меняется вообще спрос, и вообще это, насколько это на сегодняшний день интересно заказчикам. То есть вот тянутся люди к культуре, потому что, мне кажется, вот был какой-то, там конец 90-х, середина 2000-х какой-то был, может быть, вот провал в этом плане. Да, был провал. Был провал очень серьезный, потому что приходилось выживать на самом деле. И... То есть... Да, сейчас как-то интерес появляется, и люди интересуются и фонтанами, и живописью, и графикой, и скульптурой, да, в особенности. То есть это востребовано. Это востребовано. То есть есть какие-то... Скульптура имеется в виду не в, в ширпотребном варианте, а уже именно... Да, да, да. Именно вот такие профессиональные совершенно арт-объекты, вещи. Да. Да, арт-объекты, которые как бы серьезно там вот в городе какое-то имеют звучание, значение. То есть такие, в какой-то даже нагрузке смысловой. То есть это все вот присутствует. То есть это все есть, это интересно. Это интересно. Ну, будем надеяться о том, что культура будет развиваться и в нашем городе тоже. И будем рады видеть ваши новые творения, новые работы. Очень надеемся, что в Херсоне будет их появляться все больше и больше. И не только в Херсоне. Спасибо большое. Спасибо.